Эта несчастная бездомная собака была найдена с маленьким нейлоновым ошейником, который затягивал ее шею. Из-за нарушенного кровообращения морда животного была полностью деформирована. Поймал ее ловец собак, вызванный фермерами, в какой-то сельской местности Италии. На то время собаке было месяцев 9, и все это время она росла с 12-сантиметровым пластиковым ремешком на шее, используемым в качестве временного ошейника для щенков. Сжатие вызвало так называемый синдром передней полой вены, который в дополнение к очень глубокой ране, вызвал опухание ее головы. Собаку привезли в клинику Дое Мари на Сардинии, где берутся лечить самые безнадежные случаи, и срочно прооперировали. Ей дали имя Пала и рассказали про нее в интернете. Лечение было непростым, но во время него между Палой и лечащим доктором Паэсой сразу установилась прочная связь. И доктор Паис со временем стала ее хозяйкой. Теперь с Палой все в порядке, она почти не похожа на ту прежнюю собаку, которой была до приезда в клинику и сейчас живет счастливой собачьей жизнью. Но это еще не все. Пала, звезда, она была на телевидении, и все, что можно написать, было о ней написано. Благодаря Пале родилась книга и некоммерческая организация Pala Unlas, которая обязуется помогать бездомным собакам, нуждающимся в уходе. И Пала вместе с хозяйкой теперь много путешествует по Италии. А вы что думаете об этой истории? Пишите в комментариях, ставьте лайки и обязательно подписывайтесь. Не забывайте нажать колокольчик, чтобы не пропускать новые истории спасения и обзоры.